этим и класть, и вот этим. Сами пусть собирают, Николь с Оливией. Что они вам привезли? Всем привет! Всем привет! Мы на канале Чика Вика! С весной вас всех, друзья! Сегодня у нас вот такая весенняя распаковка. Мы будем открывать вот такой вот конструктор. Friends называется, друзья. Friends называется, друзья. Здесь вот будут такие вот две девочки, Оливия и Николь. У них вот велосипеды будут, да? Вот такой автобусик, прицеп. Я буду вот этим микать, и вот этим, и еще... Ты будешь этим. Оливией? И еще вот этим. Ага. А я буду этим. А Егор будет за Николь, да? С велосипедом. Голубым. Ты будешь с голубым, а Даша с каким цветом? Какой цвет? Красный. А у Даши красный цвет, да? Ну хорошо, давайте будем открывать. Открывай. Поехали. Открывай. Так, давайте открывать, как он тут открывает. Ай, вот, клей. Скотч, скотч. Еще один клей. А там не надо, доченька, мы с одной стороны сейчас откроем и все вот здесь откроем. Все, открыли. Я что-то там золотое вижу. Ты там золотое что-то видишь? И я хочу что-то золотое. Ну-ка, ну-ка. О, вот так. Я нашла вот это. Нашла вот это? Вот здесь пакетик, там еще один пакетик, да? А где велосипеды? Где велосипеды? Велосипеды вот сейчас найдем. Вот здесь вот книжка, да? Я буду вот это кладу, ладно? И вот вот это. Тут есть такие вот наклеечки. Я буду их заклеивать. Ты будешь наклеивать? Хорошо. Так, давайте откроем книжечку. Ну вот, мы сейчас начнем с велосипедов и с девочек сборку, да? Давайте начнем. Так, вот наши девочки. Вот вторая девочка. Дашеньки, Оливия и Николь. У Николь у нас вот такой велосипед голубой, у Оливии красный. Где вы? Руки. Вон руки. Не, ты открывай руки. Вот это. Смотри, вот это твои руки, Даша. От твоей девочки, от Оливии. А это у нас от Николь. Ну-ка, у Егора откроем. Откроем нашу Николь. Ну-ка, посмотрим. А, они здесь отрываются, видите, отрываются. Отрываются и вставляются. Так, вот вторую ручку. Оп. Оп. Все, она защелкнулась. Вот у нас голова осталась, да? Теперь где Дашина? Открываем, а ты отрывай вот эти ручки. Вот-вот ручки отрывай. По одной мне давай. Вот молодец, оторвала. Вторую оторвала, да? Сейчас мы будем к Оливии. Ручки. Теперь мы будем... Головы у девочек, да? Давай сюда тебе, Даша, высыпем все. А где лицо у нас, Николь? Вот лицо, Николь. Где волос? Вот они, да? Вот что я нашла, смотри, мама. Вот все, у Егора Николь готова. Вот такая вот у нас Николь. Ручки у нее поднимаются наверх. Вот так она нагинается. Сидеть она может. Вот так вот сидит наша Николь, ручки подняла. Теперь мы будем Оливию собирать. Сейчас Даша сама соберет. Все сделала. Все, Даша сделала. Вот у нас Николь и Оливия. Две подружки. Это велосипед. Я сам. Егор будет сам свой руль собирать, а мы с Дашей будем вот Оливию. Я собрал руль. Ой, молодец какой, да, Егор собрал, вот а, руль у него. А где колеса? Ой. Колеса сейчас, будем колеса делать. Вот у нас основа есть,
Давай, вот Даша, собирай. Это. Молодец. Вот Даша у нас тоже сделала, приделала руль. Вот здесь посмотри. Фонарик. Фонарик там, да. Так, теперь мы будем колеса, да, делать? Давай. А где резины? Вот у нас резиночки от этих колес. О, я сейчас приделаю. Так, на тебе две резиночки, Егор. И Даше две резиночки. А почему они такие маленькие? Ну, надо их натягивать на колесики. Так, вот мы. Вот видишь, одно готово. Ой, молодец, сюда ложи. Так, видишь, у мамы тоже не сразу получается. Все, второе колесо готово. Давай, Егорик. Я сам сделаю. На, сам сделаю. Давай, я вот это сделаю. Все. Еще одно колесо готово. Давай, Егор. Мы тебе ставим. Я не могу. Все, вот. Сейчас сделаю. Дочь, сначала Егору сделаю. Вот такой велосипед. Вот такой вот велосипед у нашей Николь. Теперь давай Даше. Вот, все, твой велосипед тоже готов. Это сидушка, давай. Да? Это сидушка от велосипеда. Сейчас у нас Даша с Егором еще фонарики приделают. Ну-ка, давайте фонарики. Вот какой фонарик, да? Поставим мы к Николь. Вот что я сделала. Молодец. Вот такие вот два велосипеда у нас у Оливии и Николь. Дальше у нас мангал. Ну все, давайте дальше собирать, да? Пусть они сами собирают. Это за их автобус. Сами пусть собирают, Николь с Оливией? Да. Да? Ну хорошо, пусть собирают. Поехали. Пока Николь с Оливией собирают автобус, Егор с Дашей собрали всё для пикника. Егор, ты что собирал, малыш? Вот это. А Даша что собирала? Вот это. Да? Ой, молодцы какие! Вот так вот они красиво у нас собрали. Ну что так долго собирают автобус? За ними сходи. Не знаю, я схожу посмотрю, наверное, да? Что они там делают? Классно собрали автобус, Оливия, да. Николь.
какой красивый! Николь с Оливией молодцы такие! Как классно ездит! Вот такой вот замечательный конструктор подарили нашей Дашеньке. Ой, Николь с Оливией опять куда-то уехали. Куда они уехали, вы не видели? Нет. О, записка, мама. Они записку оставили? Да. Да, они написали, чтоб Егор с Дашей закрыли глаза и ждали их. Ну-ка, закрывайте глаза. Закрывайте глаза и не подсматривайте. Все, приехали, открывайте. А, что они вам привезли? Свинка Пеппу? Ну-ка покажи, Даша, вот такой чупа-чуп свинки Пеппы, да? Егор уже начал открывать. Давайте, открывайте, детки. Что там попалось? Ну-ка давайте шоколад уберем. Это кто? Это кто Егору попался? Это папа свин, да? Егору попался папа свин, волшебник. Вот такой классный. Это дедушка, я вижу. А это дедушка? Может, да, может, дедушка. А точно, это дедушка-волшебник попался Егору. Вот такой вот. А Даша что, да? Откроем, что Даша попалась? Да. А Даша Сьюзи попалась? А, какая хорошенькая Сьюзи, покажи папе. Вот такая Сьюзи. Вот такая вот Сьюзи хорошенькая. Попадал. Джордж и свинка Пеппа в этот раз нам не попались. А давайте их тоже на пикник, да, чтобы они у нас в пикнике участвовали. Кушать они будут? Угу. У нас дедушка будет жарить, да, что-то? Нет, он захрюкает. А, он хрюкает? А как он хрюкает? Вот так хрюкает. Понятно. Ну-ка, давай, вот дедушка будет заведовать мангалом. А вот это где? Пока наши детки играют в игрушки. Хочу вам показать письмо от канала «Сказки для Солвиты». Они нам прислали письмо в феврале, где поздравляют нас с прошедшими новогодними праздниками и с будущими весенними. Мы вот хотели, мы сейчас уже снимаем это видео в марте, и хотели бы их от всей души поздравить с прошедшими и с предстоящими всеми весенними праздниками и вообще с весной. Ссылка на канал «Сказки для Солвиты» будет обязательно под нашим видео. Смотрите, у них замечательные, добрые сказки, и даже авторские сказки есть. А мы хотим передать ребятам большой привет. Привет вам из солнечного Казахстана! Привет из солнечного Казахстана! Мы были на канале Чика Рика! Ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал! Пока-пока! Пока-пока! Все готово? Вот такой вот у нас пикничок.